Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры Хасигуты Гои, женщина, расчесывающая волосы. 1920 год, цветная гравюра, 44x32. Хасигути Гои, переводит с японского 5 сосновых иголок, обучался в Токийской школе искусств, проявляя интерес к техникам западной художественной системы, а также к меланхолическому стилю укиё-э. Он оставил небольшое, но роскошное по изобразительной ценности наследие. Мастер работал маслом, а также создавал пейзажные гравюры, поражающие поэтичной эмоциональной наполненностью. В листе «Женщина, расчесывающая волосы», Гоя воплотил утонченный образ при помощи новаторского стиля хинханги. Это понятие подразумевает синтез европейских импрессионистических мотивов с традициями японской гравюры. Творец лишь слегка намечает объем фигуры, использует мягкую голубовато-графитовую цветовую гамму с локальной трактовкой фона, никак не обозначая интерьерное пространство. Плавные, но уверенные линии придают композиции целостность, а повседневная простота действия без лишних ученых деталей облегчает восприятие. Ну вот такое описание к работе «Женщина, расчесывающая волосы», 1920 год, цветная гравюра, автор Хасигути Гои. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.